У нас в гостях Алена Ахметова, представитель компании Lucky Snacky или Snacky. Снеки, правильно. Алена, расскажите, пожалуйста, почему снеки сейчас приобрели такую популярность и на выставке их представлено в огромном количестве? Сейчас идет тренд на здоровый образ жизни, а правильное питание – это его неотъемлемая часть. И учитывая современный ритм жизни, мы не всегда можем и имеем возможность иметь под рукой какие-то фрукты, да, или овощи. Поэтому очень многие компании придумали и произвели именно полезный перекус в разных его форматах. Это и батончики, и какие-то сухарики натуральные из яблочного пюре. И все наши продукты, собственно, из яблочного пюре. Скорее всего, это связано с этим, да. А вот у меня возникает небольшой когнитивный диссонанс: здоровое питание и снеки. То есть снеки у меня ассоциируются это с фисташками, с чипсами и так далее. То есть сейчас что подпадает под формулировку снеки? В принципе, вообще понятие как снек, в переводе мы знаем, что это перекус, заходили как раз и сухарики, и чипсы, и те же самые батончики, да, шоколадные. Сейчас в силу того, что те были не совсем полезные, очень многие производители перешли на сторону полезных перекусов, и в составе которых именно настоящие натуральные фрукты, овощи в разных его форматах. Это и процессы производства, это сушка в большей части, а не приготовление с использованием различных жиров. А чем уникальна ваша компания? Наша компания уникальна тем, что все наши продукты созданы на основе яблочного пюре с добавлением ягод. И состав наших продуктов очень прост. Если наши покупатели посмотрят нашу упаковку на оборотной стороне, они увидят только яблочное пюре, только ягоды. И в двух наших продуктах, это сухарики из пастилы и батончики из пастилы, они увидят белок и сахар. Но эти два компонента нужны для того, чтобы данные продукты держали структуру. И все мы прекрасно понимаем, что сахар – это как неотъемлемая часть, скажем так, глюкозы, которая поддерживает наше состояние, хорошее состояние, бодрое состояние. Поэтому немножко сахара никому не повредит никогда. Это точно. Ален, а скажите, пожалуйста, где представлена на данный момент ваша продукция, как вы ее реализуете, и есть ли у вас уже ваш товар на торговых прилавках крупных ритейл-сетей? Да, конечно, есть. Это «Глобус» в разделе как раз «Эко-био-веган». Это «Билла», полка «Здорово», так называемое «Здоровое питание», да. И «Виктория». Недавно мы заходили в сеть «Магнит» с «Инаутом», и сейчас ведем активные переговоры, чтобы встать постоянно на полку «Здорового питания». «Озон», «Беру.ру». И сейчас, буквально с октября, мы в «Фофреш». То есть такие площадки, где есть продукты здорового питания. То есть у вас уже приличный охват, в принципе, по объемам продаж. А вот скажите, какие вы цели тогда преследуете на данной выставке? Какие задачи перед вами стоят? Первая, естественно, задача, так как компании всего лишь полтора года, преследуем как раз налаживание партнерских отношений, поиск новых партнеров и, соответственно, познакомить всех участников выставки с нашей продукцией. Алена, спасибо вам огромное.